Самые большие и самые любимые детьми летние каникулы уже перевалили за свой экватор. И вот в самый их разгар настоящий праздник пришел к детворе хутора Нищедимовского протокского сельского поселения. А праздник этот – открытие детской игровой площадки. Подробности в нашем следующем репортаже. Лозунг «Все лучшее детям» уже успел прочно обосноваться в нашей жизни. Это же так естественно – желать лучшей жизни подрастающему поколению, стараться сделать так, чтобы ребята жили и отдыхали в комфортных условиях. В хуторе Нищедимовском 5 немало многодетных семей, и детворе очень была нужна современная игровая площадка. Она должна была быть приближена к месту проживания, чтобы дети смогли на ней охотно проводить свободное время. Об этом председателю 4-го ТОС говорили хуторяне. А она подняла этот вопрос в разговоре с главой протокского сельского поселения. И вот инициатива жителей была поддержана. Удалось войти с проектом площадки в краевую программу инициативного бюджетирования. Я обратилась на планерке, которые у нас бывают, к главе, к протокское поселение. Решили вступить в это бюджетирование. Сначала думали, что ничего не получится, и вдруг все получилось. Когда сказали, что мы прошли, что мы заняли, не верилось. Детям тут же сразу объявили. Приезжаю сюда, говорю, мы попали в лучшее, будет площадка. Дети с нетерпением ждали, когда сняли ту старую. Они тут ходили, помогали убирать все. Но когда уже начали строить, конечно, вы сами видите сейчас, сколько радости у детей и у родителей. Мы очень рады, что есть такая программа, что мы смогли в нее вступить, и что у нас все получилось. Что столько радости теперь здесь. И, наверное, спасибо и краю, и нашему губернатору, и нашему району, и нашему местному главе. Глава сельского поселения Евгений Дмитриев всемерно содействовал реализации этого проекта. Благодаря дополнительному финансированию из бюджета поселения площадка вышла просто на загляденье. И вот уже ее торжественное открытие. Вот эта площадка по программе «Инициативное бюджетирование» построена специально для детей хутора Нищедимовского 5. Более 1 600 000 рублей вложено сюда. Я очень прошу вас рассказать всем об этом. И сказать о том, что ломать ее, ни в коем случае нельзя. А всех деток я прошу очень беречь нашу площадку. Она такая красивая. Перерезание красной ленты – наиболее волнующий момент открытия. Это событие пришедшие сюда дети и их родители встретили горячими аплодисментами. Мы очень рады, я в том числе, что в нашем поселении открылась такая замечательная детская площадка. У меня трое детей, я очень буду счастлива, что дети будут проводить здесь свой досуг, свободное время, будут отвлечены от уроков, отдыхом заниматься будут. Дети счастливы, очень рады, они с нетерпением ждали, когда она откроется. Каждый день ходили, ждали, когда откроют площадку. Конечно, после состоявшегося открытия дети принялись еще более активно осваивать установленные здесь качели и карусели. Для них это настоящий праздник. Сегодня открылась детская площадка, она очень красивая, я здесь буду играть со своими друзьями. Больше всего мне здесь нравится карусель, я буду на ней кружиться. Для ребят была подготовлена веселая игровая программа, в которой все они с интересом участвовали. Жителям хутора было очень приятно, что их пожелания претворены в жизнь. И благодаря этой отличной программе, инициативное бюджетирование, у них появилась современная детская площадка. Кстати, вскоре рядом с площадкой должно быть оборудовано и место для игры в волейбол. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».